Всем здрасте, дорогие друзья! Сегодня, 8 ноября, праздник Дмитрия, и я решил провести не совсем обычный стрим в честь этого дня, а как бы викторину. Так уж сложилось, что мои родители меня назвали Димкой. Вот. Видимо, они знали, что 8 ноября я смогу постримить викторинку, вот поэтому так вот подсуетились. В общем, что я хочу сказать. Приходите на стрим. Начнется он в 6 по московскому времени, а в 8 часов у нас начнется, собственно, викторина. Викторина по разным темам. Мы выберем случайным образом участников из всех желающих, ну, через сайт рандомных чисел. Викторину по большей части делал такси, но он старался, так что приходите, поддержите его. Думаю, будет весело. К тому же я готов предоставить небольшой приз. В общем, да. Победитель викторины сможет заказать любую игру на стрим. Наверное, я буду страдать. А у меня все. У меня все, уходите. До свидания. Пока.